Димон, здоров. Ты тут? Так, подожди, я что-то тебя не слышу. Скажи что-нибудь. Мужик, ты здесь? Саня, привет. Это вообще не знаю, что-то странное. Я, ребят, без камеры, я сейчас бутер захаваю, с вашего позволения. Димон, что-то тебя не слыхать. Я хотел с тобой потрещать в Дискорде, пока State of Play смотрю. Это что-то на физике основанное. Сейчас, подожди, дай-ка я... А, вот. Так, сейчас слышно. Сейчас, подожди. Давай я тебя в другое ухо воткну. Тебе когда-нибудь мужчина такое говорил? Я первый. Так, где у нас? Ага, звук рабочего стола отключил. Прекрасно. Говорит Димон что-нибудь? Супер. Не, говори еще. Да, давай громче, чтобы ты говорил. Я тебя громче сделал. А, не нашел там онлайна? Окей. Нет, там в F-Zero нет онлайна. Ну, имеется в виду с друзьями никак. Гонки. Гонки, да. Это которая на... А какая это, кстати, F-Zero? На 64? Нет, на 64. F-Zero на Nintendo 64, на GameCube она была. Нет, ну, была, да. На SNES была, на N64 вроде тоже была, или нет? Baby Steps, это... What the fuck is this? Как Джон Малкович говорил в фильме. Ребят, я без камеры, сейчас я еще отрублю на пару секунд этот, с вашего позволения, бутер сожру. А то вы услышите чавканье. О, Шони, привет. Это нарративный продюсер, да, And as you just saw, Baby Steps is a great example of the innovative spirit that we're looking for. In today's state of play, we've got a wide variety of games to share with you. Похоже, это новый сценарист Last of Us, прости господи. Да, точно. Что-то генда пока такое. Ну, не знаю, может, они раз покажут что-нибудь. Красавица на грани впечатлила, ну да. О, Roblox! So you can join 66 million daily active users across PC, mobile, and other platforms. We can't wait for you to explore millions of experiences together and to see what you create. А Roblox на консолях не было, что ли, до этого? Starting with a look at two great games coming to PlayStation VR 2. Надо посмотреть на этом. Подожди, у меня там что-то задвоился звук, что ли, с этого. Нет, это у меня, скорее всего, тут стой, стрелок. Где мне смотреть-то тогда? У меня двое наушников. Вим, привет от Матвея. Привет. Там невидимыми чернилами написано ДБДшный кидало. ДБДшный кидало. VR 2. О, там этот, как его, Виталя? Да. Блин, а как мне смотреть-то, чтобы ты не слышал? Блин, вообще хз, ну да оставь их, бог с ними, пусть трещат там. Даш, привет. Да мы... Я закончил Марио, и вот тут этот... Презентажка Sony подъехала, решил посмотреть. Охотники за привидениями, Резик 4. Ну, Резик 4 любопытно, да, смотрится, Димон? Ну, это VR-версия же. Ну да. Так, дай-ка на тебя. Ну, так, ну так-то прикольно, конечно. Сейчас мы тебя... А на айфоне будет VR-версия?
Кстати, вполне могли бы сделать на iPhone VR версию. У них же есть свой вот этот Oculus, какой-то свои очки. Come in this winter. Предатели тут. Кто еще? В Among Us надо играть, ребят, с такими амогусами. Ой, это мы хотим. Это нам надо. А, это же DLC-шка за мою любовь. Ну, она этого не знает, но я ее очень люблю. Вескер, крыса! Даша, ДБД — это святое. Адочка, да. Separate ways. 21 сентября. Класс. А, ты Фокс брал с таким этим, с дополнением сразу. Ну ничего. Мы и это возьмем. Ну, оно недорогое, скорее всего. Да, 21 сентября. Это где бабки взять? Так оно же недорогое. Ну да, в принципе, на Xbox вообще копейки будет стоить, наверное. Подожди, на презентации PlayStation нельзя говорить про Xbox. Они не узнают. И это что такое? А, ладно, понял, пойду бутерброд доем. А, так Даш, я в воскресенье, у меня же воскресенье это хоррор-стрим обычно. У меня там ДБД и Техасская резня. Вот в воскресенье я с удовольствием, просто я... Можно... А вчера было экстренное включение, да, у тебя? Не, вчера экстренное включение было, да. Вот мы с Дашей как раз, с Серегой. Там, ты видел же? Видел. Это же вообще эпично было. Да, вообще классно. А вы, получается, внутри игровом войсе да, общались? Да? Да, 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 да. Это просто офигенно реализовано там. Ну, звуки там классные. Mm-hmm. Три дня отпуск, хорош. Ой, два дня. А, два дня и отпуск у тебя. Все, понял. Так, юморок. Ну, Outlast, кстати, да, это, знаешь, когда в команде играешь, он прям веселый. Ну, я реально проржался с момента, когда я вас подколол, что-то заорал там в этот войс за вами, когда шел. Да, Даш, я понял, что ты запомнил. Ну, так прикольно, мы в сейф-зоне с Серегой. А Даша тащит этого стукача. Какие твои слова выше? Чё? Да Матвей там пишет. Ну да, да, добавляй. Да, выше. Да, всё правильно. Надо в этот ещё в пятницу 13-е поиграть. On your side against the RDA. I am Nutvi, and I will protect Pandora. Sivako. Он все видит. Он все видит. Ты отключался, что ли? Да, я этот. Тут бутер осталось чуть-чуть. Аватар вроде так ничего выглядит, да? Ну выглядит ничего, посмотрим, что будет. Да? Палеонтолог, говоришь? Ну а может там будет настроение такое, Даш, вот. Что лучшей игры про около вот этой темы не будет. У Киберпанка, кстати, 21 числа апдейт, 2.0. Да, а 20 какого там, 24-го, что ли, 26-го DLC выходит. Это Ghost Runner 2. Блин, DLC-шка. Когда это все выиграть, а?
Чё, где Bloodborne на ПК, блядь? Ну или хотя бы в 60 кадров. Да-да-да-да, Bloodborne давно пора уже, блин. Не знаю, каким-то чудом, Виртужар, привет. Презентация Nintendo вообще понравилась мне. Ну, как бы, это же такая была, ну, 40-минутная, изёвая. Ну, Direct обычный, но... Трицератопс сделай. Все там спортивно-динозаврище тема пошла. Я ушел. Показала много ремейков старых игр. Так это вообще круто, вот скажи. Ну да. В тот момент, когда PlayStation не могут сделать нормальный ремастер на ПК Uncharted'а, позорники, ну, трех первых частей. No. Это же вообще важно, блин. Today we join a squad on one of the many planets in the galaxy. Set on an important mission to eliminate a deadly bile titan. А это ж пятая, в смысле, а там какая еще плойка? Это ж пятая плойка. Там три новых цвета. А, три новых цвета? А чем они? А, три новых цвета? Я проморгал, что ли? Да, там в новых цветах просто синие, красные. А, я думал, там слимку показали какую-то. Что-то я проморгал все. Нет, вроде, мне кажется, это было бы побольше, чем 5 секунд ролика. А чё, Helldivers 2 от третьего лица теперь типа? Прикольно. Да-да-да. Я в первый играл немного, так ничего, забавно. В российском флаге сразу с предустановленной фифой. Кстати, с российской премьер-лиги, и больше там нет никого, только РПЛ. Если увидите еду у меня в бороде, пожалуйста, не обращайте внимания. Блин, а что там? Ну ладно, будем смотреть. Или прямой эфир все-таки. Star Shangers для PS5. Фэтшейминг в мире гейминга. Да пока что шляпа, да. У Nintendo хотя бы реально крутые ремейки. Это ремейк вот этот Super Mario RPG, который ты никак не поиграешь вообще в современном мире, хотя она крутая. Ты ее не поиграешь. Ну не, ну ты поиграешь, можешь ее где-нибудь на оригинальном железе. На эмуляторе. Ну на эмуляторе, да, ну блин. Я имею в виду, хочется ж на свече все равно. Они просто как-то кустарны. Пусть будет. Луиджи, да, вообще. Вот я думал, как Луиджи поиграть? У меня ж на Wii U надо, получается, там эмулировать через Wii и так далее и тому подобное. А сейчас я буду думать, где деньги на Wii U. 60 баксов она уже. Нет, там даже 60, там 60 баксов, короче, стоит. Даже самые какие-то простенькие игры. Вот и паучок. Чё? This is Brian Intihar, senior creative director at Insomniac Games. Thank you for all of your amazing feedback to our demo at the showcase earlier this year. Marvel Spider-Man 2 is filled with an amazing story and story missions. But today I'm here to provide you with a look at how the open world experience is evolving and how the game is built to take full advantage of the PlayStation 5. Ну я вот тоже, например, куда-нибудь пойдешь, и у меня постоянно в бороде какая-то жратва. Там остается только, чтобы птичка прилетела какая-нибудь и поела.
У нас же есть эти МакДак вот на этом на проспекте. Димон. Да, 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 там, там птицы постоянно, да, там подлетают они. Они там привыкли уже. Кучные. Да, вот паучок. Застарье 60. Ну, Ген, тут же такая тема. Они же, эти игры, они всегда стоили 60 баксов. В Штатах они реально стоили всегда 60. Я же я же правильно говорю, Димон? Не дашь соврать. Ну, 40 не было никогда, они 60 стоили. Она всегда была 60, просто у нас был раньше курс другой. Да, когда они на SNES выходили, они стоили 60. Как бы смысла нет им продавать дешевле, чем когда-то разработчики, ну, сделали эту игру. И это понимаю мозгом, что это наследие их, и смысла его задешево продавать нет. Вот те же сеговские какие-то игрушки продаются по $2 на Switch. А тут, в конце концов, какой-то ремейк, как ни крути. You can always refer to the upgraded friendly neighborhood Spider-Man app. Да не умирать. Нет, Даш, в постапокалипсисе я, скорее всего, первый отъеду. Зайду куда-нибудь в магазин. Like the students of Brooklyn Visions calling upon Miles will require you to put up a specific hero. All these activities, including crime to stop from the game's various enemy factions, also now feed into the new district progress system, which even provides more rewards and unlocks our brand new fast travel system. As you can see here, the PlayStation 5 could it be more boring shit. Блин, ну паука можно повеселее, наверное, показать, а? This includes mastering additional combat abilities and traversal skills, acquiring. А что там по сути то же самое, что уж это понятно. Просто новые костюмчики, может, механики новые просто какие-то. Смену там, ну да, че, просто нету плойки, вот я завидую. Главный фетиш, я, знаешь, я когда платину выбивал в первом пауке, у меня уже до головной боли, это надо было зачищать. Я сижу, время 3 утра, я играл весь день. Я думаю, блин, надо, я до 5 утра сидел, добивал еще последние вот эти активности. Не, старье дешевле стоит, Ген, оно стоит 2 бакса, вот реально. Что там? Ну или $10 стоит Dragon Quest. Это же все от разрабов еще зависит. Захотят продавать за 20, будут продавать за 20. Или сколько там стоил Dragon Quest, я не помню. Старые, я трилогию взял. Ну, вот. Просто индустрия. Причем они тебе как бы позволяют прикоснуться вот к этому старью типа. Ничего с этим не поделаешь. Не будет это никогда стоить дешево, к сожалению. Это что такое? Этот? Какая-нибудь Tales of? Очень похоже, как будто. Tales of Arise 2. Не, ну как, Саш, а механика первого Человека-паука скопирована, потому что там те же Человек-паук и Майлз Моралес, по сути. Ну, они как не меняются. Единственное, там симбиот может поменяет их. Крейвен может как-то будет. Ну это Arise 2 просто, что ли? Потому что там маска похожая была. Но главный герой похож на доспехи. Tales of Arise Beyond the Dawn. За гранью рассвета. Ой, верс. Вот вам и... Пожалуйста. Блин, а PlayStation, получается, купила эксклюзивность этого? На Genshin? На Genshin. Ну, типа того, да. Прикольно. You came a lot. Презентация, не знаю. Ты же в Halo хочешь поиграть?
А, это Ханкай? Ханкай, кстати, прикольный даже, нет? Потому что мне нравятся вот пошаговые вот эти битвы. Но чувствую... Русланчик не вывезет. You and I are each other's destiny. А на нее они... Чего? Чего? О, сейчас глаза закрыли. Это для этот. Это Сплатун для бедных. Пенный Сплатун. Ну что-то это жестко. А, Foam Stars, да. Да. Блин, ну в Сплатуне прикол в том, что там цвета очень красивые. Да, там вот сочетание цветов классное. Цветовая палитра очень крутая. Да и лор тоже офигенный. Да, а здесь какая-то вечеринка. Хентай, им все должно закончиться здесь. А может даже Йоим, кстати. Пенная вечеринка тиктокеров. Да. Поскольку мы играть будем, не знаю. Матвей, не, если тебе спать надо, ты как бы спокойно можешь сказать, Руслан, ты со своим Хейлой, иди куда подальше. Не, я пару кат как бы сыграл в Хейла. Я пока не качал, я на выходных, наверное, скачаю, я еще жесткие диски не установил, мне SATA кабели поздно пришли. А, ты на ПК хочешь поставить? Да, на ПК поставлю, ага. Блин, Баристадор, что ли? Он лавандовый раф будет делать мне? Раф, кстати, классный вообще вид кофе. Я его пил до того, как это стало мейнстримом, до того, как это стало мемом. Году в 2012 еще. За аналог Сплатуна. Не, ну так жаль, ты же видел, что это жалкая пародия на Сплатун. Это же похоже. Жаль, аналогов Сплатуна нет там на других платформах. Да. Что-то такое вот прикольное было бы. Напьются своих рабов, встану, выбирал скутер. Возьму Дашку. Блин. Вот из этого только раф, Серёг. И то потому, что это, блин, просто вкусный кофе. О, о, вот это, конечно, круто. Ради этого стоит, наверное, брать плойку. Какая крутая игра все-таки. Но вот первая ремейк. Ты, Димон, прошел ее? Да, конечно, два раза. Блин. Не, серьезно, не прошел? Нет. О, она вообще. Топовая. Это одна из лучших. Она же вышла в 2020 году, когда и Ластуха. Вот я не знаю даже, что круче было. Last of Us или финалка. Да, это российский, это же чувак какой-то в Москве придумал. Рафаэль, что ли? Ну, все, да. А, закрыли на карантин. Сплатун для... Ну, типа того, Матвей, да. О, киска. So you heeded the call too, did you? What are you talking about? As you can see, your brothers out there are having a little get together. Вот она выглядит, конечно, как Next Gen. Как ни крути. Next Gen для четвертой плойки. Кстати, 15-я финалка на ПК прикольная. Там есть этот костюмчик из Half-Life. Она на ПК вышла разве? Тоже. Да, конечно. Серьезно. На... Да. Она там даже с русским дубляжом полностью, кажется, если я не путаю ничего. Скачай, даже, Дима, вообще только у тебя. Да, Матвей, да он знает. Если я не путаю, когда анонсировали для Windows 15-ю финалку, японцы из Square Enix сами проводили кастинг на дубляж актер этот, на дубляж персонажа. Не, ну на Xbox, если есть, на ПК по-любому есть. На Xbox это вообще прикольно. О, опять танцы. Не, она прям так и называется, типа Windows Edition, типа такого. Да. Прям отдельная. Ну, она точно такая же, просто там что-то есть еще дополнительные плюшечки всякие, вот скинчики из Half-Life 2. Костюм, короче, Гордона. Хорош. Тифа. Опять мечтать о фигурке полный рост. Блин, я только забыл. Хотя Айрит вот это мне больше нравится. Она... Lightning была офигенная в 13-й. Да?
Не, 13-й финал. Ну, девчонки, ты имеешь в виду? Да, она, да, да, она топовая. Ребёрт. 29 февраля. На двух дисках, прикинь. Да, сколько ремейк интегрит. Наверное. А может быть на двух дисках, потому что там будет, ну, типа обычный ремейк и вот вторая часть ремейка. А это же как бы предзаказ Твина идет, а это, видимо, на этом. Нет? Digital Deluxe, 5 уникальных костюмов, что-то там джендер было написано? Или мне показалось? А, Century Suit. Блин, простите. Что за Руслан 2.0? Да хорош, смотри, это жестко. Я что, похож на женщину в синем? Блин. Ну ты второй человек, кто это сказал, так что что-то я начну задумываться уже. Не сбрить ли мне бороду? И устроюсь в Sony. Ну вот это прикольно, кстати, сейчас. Вот это постановочная сцена на гидроциклах над по воде, это прикольно выглядит. Uncharted не напомнил четвертый тебе? Да, да. Когда они на мотоцикле сваливают. Вторую часть Стражи. Даша, дай обниму. Я Стражи Галактики для меня вообще на одном уровне с God of War, если что. Настолько она крутая. Я прям сидел вот каждую секунду этого кинца. Ну там реально же такой этот. Там геймплея не очень много. Но... Блин, игра сама по себе такая крутая. Еще все, что ли? Пост-шоу реальное. И что-то вообще ни о чем. Да что-то шляпа, блин. По сути, ничего нового-то и не показали. Ничего нового. Финалку-то мы знали. И знали, что она будет хорошая. Потому что Square Enix RPG делает вообще феноменальные. У них вообще плохих РПГ, по-моему, нету. Финита ля комедия. Да вообще... God of War Ragnarok. В Ragnarok вот только не играл я. Сань. Чё? Дороженка. Не, ничего не рассказывай, ничего не рассказывай. В смысле, унизили? То, что он жирный там, что ли? То наоборот, крутой же. Такой пивной чел. У Nintendo реально круче. Не в плане игр, а в плане эмоций. Скажи, ну, эмоциональные такие ремейки. Да. И... Да, прикольно было. То, что Unicorn Overlord. Даже ремейк Tomb Raider, да? Я вот уже говорил на стриме, то, что я, например, не фанат, но скажи, что дофига людей фанатов Tomb Raider, вот именно старого. Да, классических много фанатов. Вот. Так. Ничего, Соня. Ну, как уж, ну, я бы не сказал, что облажались. Блин, просто для меня PlayStation, она какая-то недоступная. Ну, дорого, блин. Я не вижу смысла вот... Зачем? Ради финалки? А финалки на Xbox нету, да? Седьмой нет. И не будет, только наверное. На ПК выйдет, только на ПК потом выйдет. Ты фанат ее модельки. Вот, Даш, видишь, а я не вывозил. Я, короче, мне тяжко было в это все. Я видел Мьёльнир твой, Саш. Ну, не в этом смысле, что я видел твой Мьёльнир. Я видел распаковку Мьёльнира у тебя на Дарфоксовском канале. Все, я не могу болтовню, через шляпу смотреть. Давайте Хейла. На презентации PlayStation поиграем в Хейла. Отметим ее. А у тебя есть что-нибудь, Димон, чем мы можем поиграть? Нет же, да? Ничего. О, ну вот Хейла у тебя нет, точно нигде. Блинский. Так. Сейчас. Ребят, сейчас я приду. 5 секунд. О,
Кстати, ты дивизию вторую поставил? Да, я сегодня попробовал. Я увидел, как Димон играет. Я тоже сейчас на ночь поставлю. Она, блин, классная, давай. Да. Потому что у меня нету сейчас Battlefield до октября. Потому что в октябре будет новый этот. Я раньше не хочу. Ты что, опять будет Battlefield играть? Я буду по-любому, когда выйдет Battle Pass новый. Она вообще офигенная, я ее не забросил. Нет, нет, нет. Просто я точно не буду задротом каким-то, чтобы мне каждый день там тренироваться сидеть. Но вот сейчас я вернусь. Да, не знаю, что ему прям нравится Battlefield. Ладно бы первый Battlefield, там хоть как-то поприкольнее что ли было. Сейчас вернется, я ему скажу. Оно вернулось? Да, оно вернулось. Да. Зачем ты играешь в Battlefield 2042? Не знаю, кто-то спросил или ты сейчас спрашиваешь? Что в ней хорошего? Да, я тебя спрашиваю. Да не знаю, просто она мне нравится. Я чувствую, что я там не конченый лох. Просто в некоторых играх я вообще не могу. Вот, а в Battlefield я могу. В Halo я могу. Ну, не так, что прям хорошо могу, но там не сильно важно. Первый Battlefield вернуться или в этот, в пятый? Пятый, конечно, хорошо. Первый тоже хорошо, но, блин. Но когда на это время все найти, она все на это. Как бы первый вообще шикарный. Второй, ой, пятый тоже классный. Можно, по сути, поставить, поигрывать их. Так. Даш, спасибо тебе большое за компанию. Приятных снов. Так, Division ты играешь, Сань, да? Не понимаешь, чего интересного в Battlefield? Ген, ну вот я не знаю, даже не могу определить, описать... Просто вот что-то нравится, и все. Так, Дмитрий, давай я тебе встречный вопрос задам. Что ты в моем... Да ладно, ладно, все, я понял. Не начинай. Так, Димон, заходи в этот на канал Co-op Xbox. Ну, в Fortnite скинчики прикольные, карта прикольная. Плюс я там неплохо так затаскиваю. Я даже топ-1 несколько раз брал. Хорошо. Заходи в этот в Co-op Xbox и Матвей туда позовем сейчас. Я там. Первую я видел, Сань, да? Матвей, в Halo будешь катать, заходи. Алле. Да, да. Ага, все. Здравствуйте. Так, короче, я затестил, так и не работает эта фигня. Дискорд не идет на HDMI. А ну, Даша ушла, интересно. Что за книжку Даша читает? Мне вот интересно прям стало. Здравствуйте. Здорово, Матвей, скажи что-нибудь. Слышно меня вообще, а то я что-то... Да, вроде хорошо вас слышно, ребятки. Все отлично. Так. Че, Хейла отъехала, что ли, у меня? Опять надо. А, нет, все нормально. Так, сетевая. Приглашаем Матвея. Т.
Вот, мне кажется, это самое прекрасное завершение презентации Sony. Персонализация, склад брони. Давайте посмотрим. Ты добавился или тебе пришло? Мне пришло, я жму принять, а у меня почему-то вообще ничего не происходит. Давай я тебя сброшу. Давай. Я не увидел ничего, блин. Сейчас. Я походу уже. А, мы все в отрезе, да. Надо попробовать. Все, мы идем. Надо взять на Хейла. Че надо взять? Battle Pass, что ли, попробовать взять он, на Хейла? Блин, он жесткий, он сложный какой-то там, говорят. Да? Пипец, просто супер хардкор какой-то. Че, супер фиеста? Давай, супер фиеста начнем. Ребят, скажите, хорошо Диму с Матвеем слышно? Прибавить их, убавить? Просто я по этим настраиваюсь, по уровню в ОБС-ке. Ну, как ощущение? Гелан Дока 2, это же запрещенная игра на территории Ютуба моего. Сань, давай. Че играть ты будешь? Ну, что-то презентация вообще какая-то. Пустая. Ну, видишь, Sony тяжело в том плане, что они... Они уже на этот год все анонсировали, да. По сути. Нового они ничего уже не покажут. И они себя в такое положение поставили, что они эксклюзивы делы. А от них все ждут очень больших эксклюзивов. Уровня God of War, Ластухи, Человека-паука и так далее. Блин, ну реально тяжело так-то. Скажите, ну, есть такое ощущение, что если Sony покажет индюшатину какую-то, все скажут, что за шляпа, а если Xbox покажет или Nintendo индюшатину, все скажут, о, как мило. Вот в чем прикол. Слышно, всех долбитесь. Гена. А, Metal Hellsinger, хорош. Metal Hellsinger, это классно. Который ритм. Угу. А, прикольно вообще. Да, прикольно. Соверши больше всего убийств, и мы победим. Сейчас. Пойдите-ка. Сядем ровно. Ой! Пока я настраивался, челик меня пырнул. Ладно, бывает. Бывает с лучшими из нас. Я тоже только что прыгнул. Блин. Думаю, нас на один нож на ускорили. Не пойму, что я вообще здесь делаю. Сейчас разберемся. Че, я? Нет, никого не убил. Что это было? Я чуть не оглох сейчас. От чего? От моего боя? Да. Блин, ну надо тут регулировать в Дискорде. Я поэтому, ребят, спрашиваю вас, как слышно там, чё. Я же люблю поорать. Поплакаться. Нормально. Кстати, если этим револьвером дать по башке, там урон пройдет вообще знатный. Да, я знаю, меня так убивали кучу раз. На себе почувствовал. Блин, давай, у тебя мелкие еще способности. Дима, давай. Это вообще. Вот с Дмитрием мы саратовским играли. Меня прирезал какой-то. Блин, а чё так? Чё так медленно стреляет, его понервили, что ли? С Димой мы как раз Division катали. Пес там Димон прокачался вообще.
Да, нормально. Разменялись с крысой мерзкой. Две крысы. Ой, не рассчитал. Я чуть не подорвал. Если бы здесь был Friendly Fire, ты бы сейчас остался на асфальте. Ты меня жестко подорвал. Я не почувствовал, но подорвал ты меня жестко. Ты меня морально подорвал. Увидел мой счет, Матвей. Понял, с кем я играю. Ну вот это что такое? Что это такое? Мужик, у которого 300 левел. Вот у Димы тоже 300 левел. Я уж под конец, Дим, увеличил сложность. И я там просто умирал. А, я потолок тупнулся и не допрыгнул. Я умираю. Ошибчить. Да блин, достали эти... Я отомщу за тебя, я бегу за ним. Клюшка новая, демка появилась, серьезно? О, я убил его. По ножнущему прошла в мою пользу. Да, блинский. Так, крю говоришь, да? Интересно. Ну сегодня я уже не успею скачать. Сорёшь Моторфест, который... Да. Почему так поигрываем, пожалуйста? Ну вот Руслан вообще ни о чем, я конченый просто сегодня. Я же говорю, два убийства, 2-8 счет. Ну я нормально поубивал. Сейчас. А, у меня... Это фигня. Нормально. Не берегитесь меча, берегитесь вилки. Два удара, четыре дырки. Вот это нормальное оружие, нет, по-вашему? Я за тебя отомстил сразу. У меня два пистолета было. А еще... Ну, нормально крутится, чувак. Как тебе? А, нормально, вообще нравится здесь? Не, понял вас. Не, я вообще нормально разговариваю. Что-то в этом смысле, если бы мало играл. Я вообще хорошо иду. Не говорите, пожалуйста, им. Да там главное раскликаться, оно прям попрет само. Это вот туда. Это да, я сегодня не раскликивал. Вот вчера я вообще так закрыл. Да ёб... У меня и басист отключили за неуплату, похоже. Подписка на Имасист закончилась. А прикинь, был бы, да, такой pay to win, блядь, а Имасист. А еще говорят, блядь, для онлайна подписки. На, нормально тебе? Мышь Шольда вонючая. Ну, в этом... Ну, у Nintendo она хотя бы стоит недорого. То подписка, что ли? Пока что. Ну, кстати, да, типа, сколько там, 2000 за год, это нормально. Конечно, она мало что дает, по факту, но пойдет. Ну как, вот опять же, она дает тебе старые игры, которые ты можешь с удовольствием поиграть. Не, ну, это, конечно, круто, но... Мне, кстати, F-Zero, ну, это нормально, только я понял, как понял, там нет вообще онлайна. Ну, вместе играть, то есть... Там нет такой функции, похоже. Но я лично не нашел. Меня обманул. Че, по поводу этого? А, этот онлайн-то в F-Zero? Не, я тебя не обманул, я просто не знал. Я пальцем в небо ткнул. А, типа,
на одной консоли, если играешь, тоже нет сплитскрина, получается, там, да? Ну, как я понял, да, просто у меня вообще ничего такого. Значит, на одном. На, ну, типа, может, если... там... Русланчик, он разыгрался. Сейчас, если два джейкона может подключить, то и выйдет, но типа онлайна нету и просто даже там какого-то регулировки игроков нет. А в этих играх в принципе нет онлайна, там же онлайн создается за счет того, что если есть в игре возможность играть вдвоем. Не, ну в игре то в те времена игра... онлайн игр вообще не было, наверное. Ну, в те времена понятно, но это же игра сейчас онлайн, было бы логично добавить вот эти. Онлайн по кругу, но видимо нет, не добавили. Человек-паук. Зачем покупать PlayStation? Вон Halo скачал и летаешь на паутине, да? Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Блин, затащить бы еще. О нет! Это было на тоненького. Хорош, Матвей. Я среагировал. Ой, меня закрыли договор. Но мы проигрываем, что сказать. Страшно, я привык к этому. В своей жизни. Блин, не такое оружие плохое выбрали. Блин! Я был тем, на ком сделали последний фраг. Страшно. Да вообще понял. Я прям увидел, как ты сделал. Это было позорно. Это было очень позорно. Но эта игра должна была закончиться. Хайль Кобра. Там гидра была. Ну, глубже в историю мы не будем копать, пожалуй. Нифига я. Знаешь, сколько убийств? Ну-ка, 20? 16. Красавчик. Красавчик. Так. Точно 42% успех. Сколько у тебя точность aim assist? А у тебя тоже есть aim assist, кстати. Ну, на ПК тоже aim assist. Halo сумасшедший просто. Ну а сколько у тебя процентов? Я не знаю, надо посмотреть. Надо посмотреть после этого. Где это смотрится? Так. Так оно прям здесь вот, слева от убийств. А я вот закрыл эту шляпу. Ну ладно. Подожди, еще посмотрим. Потому что, мне кажется, с aim assist вообще высокая должна быть точность. Нет, 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 зря ты так думаешь. Нет, нет, нет. Там очень маленький, потому что этот... Там разброс вообще сумасшедший. Это вот это твоя любимая карта? Я не знаю. А, да, да, да. Это моя любимая карта. Хорош. Посмотрим, к чему нас это приведет. У меня это приведет к хорошему. Наверное. Че? Время давайте. Почти часто. А, давай, Димон. Я говорю, пойду. Спасибо за компанию. Я на работу нас. Блин, да, давай, Димон. Сказал он с грустью. Да. Мне тоже на работу, но мне к часу. Давай. Споки-ноки. А меня на карантин посадили, я вообще кайфую. А у тебя в смысле ковид, что ли? Да не меня на карантин, типа, много людей болеет, и поэтому просто ну да, всех да, закрывают. Понятно. И так хорошо, я типа уже выздоровел, думаю, ну завтра все. На учебу, а оказывается, о, такой кайф. Сейчас я чувака, наверное, напугал. Ладно, давайте. Давай, Димон. Давай. Пока. Покеда. Кстати, Димон, ты еще не уж. Ладно. А что такое? Ну ты говори, может, он на стриме услышит.
Да он это, типа, говорил, может, в пятницу поиграем, я хотел переспросить. Ну, ладно. Напишу ему потом. Что-то я вообще врагов не вижу, я за это время мне ни один враг не попался, это вообще какой-то ужас. Они сидят, крысятся. Прячутся от меня. Они крысятся, да, сидят. Все, я лечу к одному. Я устал ждать, я хочу стрелять. Вон они, мыши. Я не знаю, что они там засели. Все, он летит к тебе. Уложил. Спать. На середине один с иглометом. А, ну ты уже его нашел. Это было красиво. Я сегодня, кстати, вот Nintendo Direct вообще не видел. Я просто захожу, вот когда в Mario Odyssey играть, а там столько игр добавилось. Mm-hmm. А, я захотел ваучеры посмотреть, типа, для Splatoon, а там столько всего. Я, кстати, еще вот когда-то думал, типа, почему по принцессе Peach нет отдельной игры, и вот, типа, сделали. Вообще супер. Найс, найс, найс. Погнали на остров, там чувак сидит. Два чувака сидит. Один полетел к тебе. О, нифига, он на меня летел с мечом, я его успел пристрелить. А меня этот заколол иглометом своим. Я его убил. Угу. Так. Так, еще один спрыгнул. Блин, его успели убить. Не получилось его усмирить. Парень. От этого оружия не скрыться. Да, вот не так вот. Нет, кстати, аватар на PlayStation прикольный, мне понравился. PlayStation 5 это пока что мечта просто. Хочется, мне тоже хочется. Я как бы горю с каких-то моментов, но я не хейчу, ничего, просто денег нет. Были бы бабки, я взял пятерку с удовольствием ради некоторых игр. Не, блин, у меня деньги есть, но просто как-то не хочется. Ну, блин, платишок. Котлету сливать. Вот именно. Ну, блин, это PlayStation 5. Опять же, что делать с моим аккаунтом, который превратился в тыкву? Вот, допустим. Ну, на русский аккаунт же сейчас ничего не купишь. Я понимаю, что можно создать турецкий, покупать на него, сделать его основным и играть со своего аккаунта. Ну. А сейчас же на турецкий вроде цены вообще загнали огромные. Огромные, это тоже. Но, видишь, у них такая политика дурная, а что если они закроют вообще возможности с турецкими? Ну, все, капец. Вот, ну да, ты только создашь аккаунт, нафармишь там платин. Купишь себе PlayStation. Купишь себе PlayStation. Диски за огромные деньги. Ну, даже не в дисках дело, вот мне важны мои ачивменты. Допустим. А, ну это тоже вид, типа, такая... Не то, что я задрачиваю там ачивки, как бы я, да, задрачивал, конечно, раньше. И платина у меня есть там. Но просто хочется, чтобы было какое-то наследие, блин. Да, останется после тебя, ну, платина. Да. Ну, кроме моих фотографий. Так, острогу возьмем, давай. Нет. Меня еще привлекает, блин, Xbox Series, потому что тот же X взять, ну, мощная консоль, плюс Game Pass, это же вообще бомба. Game Pass реально классная тема. Ты можешь Game играть Pass, это вообще... в игры, которые ты бы не купил просто иной раз. Он же сколько сейчас стоит? Четверку за год? За столько игр. Да. И типа все новинки почти. И не только это. Помню, что там еще подписка EA Play идет в подарок. Ну, не в подарок, а в комплекте. Electronic Arts? Да, где Battlefield, всякие там NFS, ну, и прочая шляпа. Еще и это, типа, куча плюсов. Но, блин, это не PlayStation. Единственный минус Xbox, что это не PlayStation. Да?
Лучше не скажешь. Еще один убит. Ну еще минус то, что с PlayStation или Nintendo ты можешь быть каким-то боем, там, Sony боем, Nintendo боем. Ну, Билли боем, ты можешь. Билли боем, ну ты будешь Билли боем. Ну, Билли боем, блин. Вот ты еще Гэчи Мэнс, который подбегает и ничем. Ну, Билли бой, это как будто фанат Гачи какой-то. Ну, вот, так поэтому... и звучит, да. Те, кто из нас не фанат. Да, нормально. Я нашел снайперку, и я лечу на остров, надеюсь, меня не убьют за это время. Ну нет, я вижу он. Ты жив еще. Я еще жив. У меня, кстати, две снайперки даже. Блин. А, кто меня... Чё? Ой, а чё за огни? Капец, я так испугался. На меня какой-то коктейль... Ну все, меня убили. На меня коктейль Молотова какой-то накинули, и потом еще добили. Вообще капец. Добили. Ладно. Ну, короче, блин, Xbox с геймпасом это все вообще топово. Да и типа, тот же Series S, он стоит вообще маленькие деньги за его возможности. Да даже за 25 взять это вообще балдеж. Типа он стоит мало, у него мощность нормальная, на нем Starfield, блин, идет. Где ты ПК соберешь за 25 тысяч, чтобы на нем Starfield шел? Жиза. Я вот это объясняю тоже многим. Ну как бы. Так еще и геймпас. Опа, ракетница. Блин, ну я на самом деле в этой катке что-то... На своей любимой карте что-то я не очень играю. У нас противники такие... Жесткие довольно. Ты убил его? Я всех убил. Рассказывай. Увидишь в шортах сегодня? Да-да-да, дорежешь победы своих двух убийств и сделаешь вид. Всех убил. Все тут по чесноку. Нет. Меня закрысил чел с мечом. В этот раз все по чесноку, даже сам офигел, если честно. Молот а удался. По вчерашней игре не пилил. Опилил, не выложил. А... Там ничего сверхъестественного не было, ничего забавного. Но вот здесь классно, я сейчас просто подряд человек 6, наверное, грохнул молотом. А я сейчас... На меня сейчас бежал этот чел, типа, вот с мечом, который еще с ускорением. Я от него бегу задним ходом, еще отстреливаюсь, убиваю, и меня просто сзади чел молотом убивает. Так обидно, на самом деле. Такой мув делал, и все. Да, чекай, убийств сколько? У тебя? А я не могу посмотреть. Да, конечно, не может он посмотреть. А как это посмотреть? Я не знаю, Escape, Tab, а у меня-то Select кнопка. Или как там, ой, въехал как позорище какое-то. Можешь на стрим зайти посмотреть, я вот держу специально. Так уж ты будет ради тебя. Сколько? Нифига ты жесткий. Ладно, все. Молодец, молодец. Не два убийства. Я лечу к тебе. Не надо. Русланчик всех сделал опять. Нет, нет, еще один остался. У меня зависло, прикинь. Я его добил. Нормально. Тебя зависло? Нет, приятно вот тебе снова, дружище. Спасибо ты большое. Ты так лежишь на камушке. Мило. Там выкинуло чуваков. Ага, чел с мечом. Пока, Гена. Так, я пойду со снайпой на центр. Блин, ко мне летит чел, надо быстрее убегать. Парень, не надо. Ладно. Там боты, походу, зашли за них. Тут ты всю катку нашу тащишь. Я сегодня не раскликан. Да это мне повезло на оружие просто.
Блин, ну опять эта пушка рикошетная вообще ужас. Непонятно, как это с пушкой поделать. Чё, как тебе, Марио, второй раз? Отлично, вообще шикарно. Это лучше, чем Dying Light. Конечно, в разы. Ну, там сидишь, чилишь. Far Cry 6, кстати, интересная, типа. Ни у кого не смотрел его, да и вообще, ну, типа, с четвертой части я ничего не видел по Far Cry. Мне тоже интересно ее постримить, вот такая. Причем ее достаточно много сейчас. Кто. Но Xbox и 360 там игровых, да? Так, кот, уйди, не грызи провод. Вот у меня кот каждый раз, когда провод видит, все, и он его грызет. Это ужас. Всем привет, и сегодня мы делаем шашлык из кота. Просто забей, как это классно было. Yeah. Вообще жесткий, я не знаю, ты размотал. Задр. Задр. Все, кот отправился за дверь. Блин, забавно. Лимит. У меня написано презентация PlayStation Grand Halo. Отличная презентация. Так, Gunnery Sergeant. Бронза, класс 1, окей. Точно 41%, 22 убийства, 28 убийств, 11 смертей. У меня в хорошем случае столько же примерно. Ну, это говорю, это раз на раз не приходится, Хейл же такая штука, это больше человая история. Чё? Поймал флоу, поиграл. У тебя какой ранг? Да, вообще без понятия. Там пишут. Gunnery Sergeant. А сверху 12-й, это не ранг, это этот боевой пропуск. Да не, вот этот лейтенант, там всякая магия. А, Gunnery Sergeant. А, ну я такого не знаю. Я пока что лейтенант. Младший лейтенант, мальчик. Блин, а где? Молодого. У меня не написано, где это вообще. Ну там вот еще, где ранг, вот эти вот полосочки, там лейтенант. Ну вот когда еще катку за... А, нет, там да, там сержант. Фиеста. Карта какая-то. Я на ней играл один раз, в резне. О, опять Alarm 444 с нами играет. Ну, людей мало. Те, которые сразу катку запускают, они нам попадаются. И это очень грустно. Соверши больше всего убийств, и мы победим. Я бегу за тобой. А, я сейчас испугался просто. Отомстил за меня, спасибо. Я и мой труп просто упал. Мой герой. Ты так грохнулся, тебе что? По красиво. Такому эпике залетаешь, да. Убиваешь, просто летит и падает. А, чего? О, меня убили, и я убил. Я стреляю из ракетницы, он замахивается молотом, и мы одновременно друг друга убиваем. Зато честно. А, карма меня настигла. Я как от удара великана улетел сейчас в Скайриме. Ноль человек на стриме. Это просто... нормально. Те, кто будет смотреть Halo, ну, приехало. По презентации PlayStation. Ну, а, ладно, не страшно. Да и время-то позднее, на самом деле. И вообще, я должен быть благодарен за то, что меня смотрят так поздно. И вообще, что смотрят.
Так что я рад всему. Что-то тихо так стало. Сегодня заходил к Сереге на стрим. Я тебя там не видел. А, подожди. Ты на связи? Да, говори. Сегодня заходил к Серёге на стриме, я тебя там не видел просто. Не видел? Не видел. Ты писал в чате? Я уснул сегодня, и я потом после посмотрел чуть-чуть. Ну, так перед стримом. Я не знаю прикол бесконечного лета, не шарю за эту тему, но я знаю, что ее прям любят. Да, ее давно же любили, она же типа вышла, когда... Тогда она была, да, вообще фурором каким-то, типа, в мире новелл, ну, в России, по крайней мере. А сейчас как-то... Странная тема. Крыса. Ну, типа, кстати, зайчик мне реально, типа, нравится. Я его смотрел, он клевый, типа. Он прям антуражный, местами стрёмный, прям такой с атмосферой, а типа... Лидерство потеряно. Ты там залетел, что ли? Под замес. И сложил свою мысль. Да. Типа бесконечное лето какое-то, ну такое. Ну такое. Ну типа, советские танки, да, прикольно, но... Что-то не то. Вот реально, зайчик вообще топовая тема. Мне его советовали. Нас... Два человека. Блин, сгорел на работе. Поздние зрители. Каламбурчики на Русланчика. Как мне нравится компания это оружие. Револьвер этот. Ты про тот, который с гильдами эти? Интересно, компания у Фейлода на торрент есть? Конечно. Скачать. Конечно, есть. Слишком позорно компанию Хейла через торрент качать. Ну... А чё, я... Нет, а я так прошёл я первый раз, кстати. У меня тогда не было ни Game Pass, ни Xbox. Я ее на ПК прошел. На полпути к победе. Двойное убийство. А сегодня в Epic Games заходил, увидел то, что у меня там Hitman висит, когда его там раздавали вообще очень давно, как в 2019. Вот, я его скачал, кто-то запустил, миссию прошел, но что-то... Хитман? Мозги напрягать слишком. Ну да, Хитман. Вот я тоже, я нетерпеливый, мне не хватает усидчивости это все сделать как надо. Мне хочется пострелять, причем он очень классно ощущается именно по стрельбе. Не знаю, как они так сделали. Вообще кайфово. Ну, я помню тогда, когда я его только, типа, забрал, я в него много проиграл. Сейчас я зашел, мне прям, я не могу. Этот огромный дом, где надо что-то найти, что-то сделать, куча охраны, ну, это вообще капец. Мне не хватает мозгов и, не знаю, снова усидчивость как-то это сделать. Что, закрысил? Черт. Что за пассивный гейминг у вас, ребят, начался? У меня Сончик. Какой-то пассивный Нет, гейминг. Нет, я этим не говорю. Они сидят крысятся. Я что-то заболтался и вообще не могу. Не серьезно. Нормально. Так.
Интересно, все два человека, которые нас сейчас смотрят, или что-нибудь. Хорош. Осталось 5 минут. Так, ребят, наверное, после этой катки, я думаю, все. Прости, брат. Ты говоришь, ребят. Раз тут много, что ли? Ну а чё, есть такая тема, а вдруг заглючил YouTube? Нет уж. Не, мне сейчас показывают, что два человека сидят. Ничего, надо, ну пусть один человек, вот, даже если бы один человек у меня все это время сидел, я бы общался с ним. Ну то, что так прикольно. Хорошо, подожди. Вообще принцип такой, вот Серега же говорил, общайся так, как будто у тебя вот один человек, но как будто у тебя там человек 20 сидит в обычном режиме. Просто даже одному человеку приятно будет слушать, наверное, это. Нифига я расстал. Очень страшно. Вообще, я потом же за тобой стоял, я все видел. Это было круто. Ой. Ракетница, хватит. Я представляю, как ты там испугался. Как хорошо, что есть пистолет. У меня второй раз. Тот же человек убивает с той же ракетницы в том же месте. Ну у него там. Ужасно. Да и меня тоже. У него 4 патрона, это сидит, он сидит и прям над каждым трясется. Он все еще сидит там. Ну у него 4 патрона должно быть. Он меня убил. Но он меня убил уже другого оружия у него. А нет, он ходит с ракетницей. Тварь. Опа. Обожаю лазер. Все, минус от чувак. Это было страшно смотреть. Молот. Почему именно я? Блин. Три человека стояли. Почему я? Почему он, а не я? Ну что, все? Прекрасную презентацию Sony посмотрели, в Halo поиграли. Теперь можно и честь знать, можно спать пойти, можно не пойти, можно поделать какие-нибудь дела. Ну, стримчанский, я думаю, уже можно завершить. Матвей, спасибо тебе за компанию. Как всегда, классно поиграли. Отлично поиграли. Так, все, ребят, всем, кто смотрел, спасибо, пока. Постскриптум, нинтендовская презентация была лучше.